Сегодня мы приготовим необычный десерт – сладкую колбасу. И сделаем это при помощи мясорубки Moulinex. Этот десерт не только вкусен, но и полезен, поскольку в нем мало сахара и много белков за счет масла и сливок, а также витамины и микроэлементы, содержащиеся в черносливе. Часть печенья поломайте руками на средние кусочки и оставьте в мисочке. Оставшееся печенье пропустите через мясорубку. Также поступите и с грецкими орехами. Небольшое количество разотрите руками и оставьте в мисочке. Большую часть орехов прокрутите на мясорубке. Ту же самую процедуру повторите с фундуком. Цельные кусочки орехов и печенье сделают текстуру десерта более интересной. Чернослив тоже прокрутите в мясорубке. Кстати, помимо своих полезных свойств, чернослив является еще и хорошим антибактериальным средством. Все прокрученные через мясорубку ингредиенты хорошо перемешайте. Добавьте сахарный песок, какао-порошок, сливки и масло, порезанное брусочками. Вымесите все руками до формирования однородной массы. На этом этапе можно снять предварительную пробу. Вам должно понравиться. Сформируйте шар. Выложите его на пищевую пленку или фольгу и придайте десерту желаемую форму. В нашем случае форму колбасы. Можно сделать одну большую колбасу, а можно много маленьких. Как больше нравится. Прелесть этого блюда в том, что оно не требует особого мастерства и готовить его можно всей семьей. Дети получат огромное удовольствие, когда смогут сами сделать любимые рулетики. Немного остудите колбаску и положите ее в холодильник на 1,5-2 часа. После того, как колбаса застынет, нарежьте ее на ломтики. Очень вкусные шоколадные колбаски домашнего приготовления готовы. Украсьте сахарной пудрой и веточкой мяты. Такой десерт точно не купишь в кафе. Приятного аппетита!